посмотрим, что они нам покажут в этот раз. Ну, традиционно на внутренних стартах оценки несколько выше. Это ни для кого не секрет. Но, в частности, на чемпионате России эти фигуристы набрали 124,90. Но в данный момент времени это практически не имеет никакого значения. Главное — оказаться сильнее соперников здесь и сейчас. И вновь прозвучит музыка к «Цирку Дю Солей» в программе Полины Костюковича и Дмитрия Ялина. Молодцы, молодцы. Полина, Дима, просто здорово. Безошибочная первая сегодня произвольная программа. Сложнейшие элементы. И вот выбрана музыка, да, из «Цирка Дю Солей», такое оформление. Ну, а при этом они нашли какие-то средства во выражении. Где вот эти выдохи, вздохи, которые Полинка очень ярко нам проявила и показала. И плюс хореография рук, тела, да, которые вот соответствовали музыке, мне кажется, она ему, эта хореография очень подходит.
Нельзя не отметить техническую сторону катания. Да, исполненная первая связка, тройной сальхов, оллер, тройной сальхов, параллельно, чисто. Еще один тройной прыжок, тройной тулуп, два выброса. Причем на выбросах так иногда немножко сомневаешься, но потом такой гладкий выкат, такой красивый, особенно на сальхове. Да, причем упала же Полина во время разминки, как следует, там на попе проехалась. И собралась. Взбодрилась. И взбодрилась. Хороший подкрут. Хороший подкрут. Очень хороший, да, с четким приземлением. Здесь улыбнулась даже умница. Вот как раз эта связка прыжковая, тройной сальхо. Чисто. Оллер. И еще один тройной сальхо. Далековато было друг от друга, немножко уже во втором прыжке, но тут все-таки два сложнейших тройных элемента, которые через оллер и выполнялись в этот выброс. Можно было подлиннее немножко выезд, вообще для красоты уж совсем сделать. Но, тем не менее, элемент защиты, я имею в виду параллельный, связка тройных прыжков, и сделана она была очень-очень достойно. Очень низкий сид партнеров в Тодосе, это очень ценится, и для меня это всегда очень ценно, потому что я не люблю, когда люди сидят высоко. И поэтому даже Полина придерживает волосы, чтобы они не попали на лед, потому что будет ошибка защиты, на что часть... тело. Наталья Георгиевна. Все контролируют таким образом, да, фигуристы во время своего проката, несмотря на очень серьезные физические нагрузки, они, тем не менее, следят даже за теми тонкостями, как волосы, как прическа. Конечно, но потому что если за это пойдет снижение, это будет очень обидно. Очень высокие баллы получают Костюкович Ялин. Почти 196, по сумме 127,4. Это больше.